ребятки. Час от часу не легче. Извините, что кручу вам рулем. Ой, никак не удается отснять видео. Такие дни. У меня получается с Новым годом очень много клиентов. Все хотят быть красивыми, все хотят быть причесанными, покрашенными. А у меня же своя жизнь, тут мама, тут дети, скоро каникулы, тут ханука, концерты, подготовка. В общем, очень много всяких разных забот. И не остается времени на вас, мои дорогие. Мы с мамой, конечно же, каждый день говорим, надо снять. Столько тем, столько задумок. Но вот уже 2 недели будет, как мама здесь сегодня. Уже 2 недели, сегодня пятница. А у нас было немножечко тяжелый вчера день. Костя себя неважно чувствовал, был приступ мигрени очень сильный. У меня потом на нервной почве из-за этого кислота поднялась, тоже тяжело дышать было. В общем, я вам говорю. Вот, и Дошка тоже что-то приболел, сегодня температурка невысокая, там 38. Просто голова болит, горло болит, вот такое тоже, видимо, доходился в кроссовочках, говорила ему. Но неважно, уже оставила дома. Габулечка сегодня у нас топала в школу, а я еду, у Дошечки концерт в субботу, его отчетный концерт в филармонии, и нужно купить брюки, потому что брюки, в которых он выступал все эти годы, все эти 3 года, которые он занимается фортепиано, уже вырос он с этих брюк, у него были очень красивые брюки. Вырос нужно купить. Так, я сейчас еду посмотреть что-то, какие-то брючата, потому что у него получается концерт один, потом второй будет концерт, плюс у него экзамен в январе, в следующем месяце, на защиту его 4-го музыкального класса. Вот. Поэтому нужно выглядеть презентабельно, красиво. Я, конечно, сейчас на такой колхоз похожа в этой шапке, не накрашенная. Эти зимние одежки просто убивают, я вам говорю. Просто убийство для красоты женщины, как говорится. Еще раз извиняюсь за голос. Поэтому это такое краткое введение, просто решила записать. Значит, зараза. Здесь кусочек отснимешь, там кусочек отснимешь, глядишь, и видео получается, на видео насобирается. Поэтому будем что-то придумывать. Просто хотела у вас так извиниться, сказать, вы знаете, мои дорогие, я знаю, что вы ждали, мама придет, рождественский декабрь, который, в принципе, предполагает в себе ежедневное или хотя бы раз в 2 дня видео. Ну вот так вот у нас не сложилось, что-то в этом году не складывается. Прошла сегодня, ночью вышел, но у меня будет доступ к нему в течение месяца. Мастер-класс Анны Комаровой, кто знает из девочек, это стилист, свадебный стилист, она мейкап-артист, и она делает прически свадебные. Потому что все-таки я не собираюсь быть свадебным стилистом и мейкап-артист, потому что мне это как-то немножечко туда не лежит душа и руки, мне это не очень нравится. Но мне нравится делать какие-то причесочки. Мне бы хотелось такой, потому что, ну, есть у меня все-таки какие-то красивые. Приходят мои клиенты, иногда интересуются, если у них есть какое-то торжественное событие, делаю ли я какие-то прически. Ну, не обязательно свадебные, да, но что-то такое особенное. Вот, но нужно что-то делать, поэтому нужно учиться. Поэтому вот я прошла свой первый мастер-класс такого характера по прическам. Так что жду сертификат. Пока что. Привет, друзья, мы вышли в эфир немножечко. Решили назвать нашу рубрику «Разговоры под елкой». Беседы. Беседы, да, мама сказала беседы, я сказала разговоры, я сказала беседы в конце разговора. В общем, мы посмотрим, как мы это назовем. Вот, в общем, короче, мы решили поспоминать. У нас сегодня есть причина. У мамы сегодня день рождения. Ура! Да, все дружно похлопали, поздравляем маму с днем рождения. Спасибо. Желаем долгих лет жизни, в здоровье и в благе. Да, так неплохое пожелание, скажу, это самое главное, можно сказать.
Вот. Сегодня мы бы хотели повспоминать, мама, я хочу тебя поспрашивать вопросы, потому что вообще всем любопытно. Ну, во-первых, мы ответим на вопрос, почему твой канал перестал свою работу. Ой, я тебя прошу, какой канал? Кто-то там мне так льстит. Я никак не могу запомнить эту девушку дорогую. Кто-то там еще случайно, я просто для себя что-то там Инке показывала. Если, ну, какой канал? У меня никакого канала нету. Не умею я эти каналы делать, нету у меня приспособлений. Просто когда-то пару рецептов записала и Нуська выставила. И кто-то как-то, это между нами. Кто это, как это увидела? Кто-то сказал, мой канал. Нету канала. Просто когда-то что-то приготовлю. Нет для кого готовить-то. Были бы дети, так и готовила, они хоть приезжали ко мне. Друзья тоже приходят. Ну, друзья приходят уже, да, но тоже много друзей уже уехало в другой город, поэтому только так, иной раз что-то такое купим оригинальное. Я говорю, давай приготовлю. Для кого-то хочу готовить, для себя. Не хочется, да, себе что-то так перекусил. Быстренько, вкусняшку какую-то. Вот поэтому когда-то типа форшмака у меня, по-моему, одно из последних. Ой, форшмак вообще там сильный, там, по-моему, даже 1000 с чем-то просмотров. Да ты что? Надо сойти проверить. С ума сойти. Форшмак уже делают все евреи, надо евреи, будет, все подряд. Надо будет закрыть, например, все видео, если оставить на этом канале одно видео форшмак. Я уверена, что будет хит, хитовый канал. И то это такое, правда, Инка, оно действительно закрытое было. Это между нами только было. Не, вот форшмак, по-моему, он открытый, поэтому его все и видят до сих пор. Надо будет, кстати, пересмотреть. Да. Если что, ссылочку смотрите в описании к этому видео, если вдруг я возобновлю мамин канал. Да что там возобновлю? Я смешно, мне просто Инке, говорю, сделала, и я просто рассказываю так. А кто-то там еще написал? Или кто-то говорит, ну, мама, вот-вот она запоет. Говорю, мы так вкусненько, но все потом. Вот рекламировать я могу, да. Еду, покушать вкусно, ну, по мне видно. Вот, так что сегодня у меня день рождения. Я получила подарок. То, что у меня на шее. И то, что у меня очень красивое. Мне очень нравится на руке. Да, это дерево семьи. Вот это в одном наборе. Это дерево семьи, а это от дочери к маме. Дочь и мама, друзья. Ой, вообще, это просто такой знаковый подарок. Мне очень-очень и очень приятно. И действительно, потому что, вот говорю, у меня мурашки. 7 лет. Я день рождения праздную без своих близких, с друзьями, понятно, но без своих без близких семьи. Деточек, да, внучков. Дети, я имею в виду зять и дочь, дети их называю, потому что у меня других нету. Вот, поэтому когда-то мы все равно встречались, они приезжали сюрпризом, всегда, когда были в Израиле. Вот, а так у меня, конечно, друзья все сюрпризом, и ночью и приходили, и подвешивали что-то мне под дверь. Минует это все, жизнь длится, стареют, внуки появляются, все друг к другу ездят, у нас немножко это уже внимание ушло. Внимание переключается уже, да, с себя. Да, уже немножко ушло. Младшее поколение. Да, все-таки уже 20 лет будет в мае месяце, как я в Израиле, и поэтому 10-15, можно сказать, лет было активных, таких. Сейчас немножко все попритихло, и поэтому я в свой день рождения сегодня, я счастлива очень сильно. Мы не верим. Да. Мы не верим ни во что. Я верю, что я в семье, и я счастлива, и все мои друзья за меня счастливы, и мне самое важное. С утра встала, мне все песенки спели, все пришли, мне все обнимали, целовали. Мне так. Ну, самое главное, что зять даже нарисовал, как для всех рисуют, для тещи любимой тоже нарисовал розу. Да, да, я была в шоке. Думаю, ну то есть все, наравне со всеми, все получили рисунок. Да. Костиной рукой. Дети. Я получила такую розу. Все, конечно, с подписью. Да. Так что я дома повешу в рамку. Все у меня, все сохранится. Так что сегодня день начался прекрасно. Ну, немножко пасмурно, как-нибудь. Да, вот если мы говорим о погоде, расскажи мне, потому что мы очень большой перерыв у нас был в наших рождественских видео. Сегодня уже аж 10 декабря. И это аж наше второе видео. Вот, но расскажи мне по погоде. Все переживали, как ты, что ты едешь в зиму, и как это все будет, и как вот тебе с зимой здесь. Я меньше всего... Первый раз мама приезжает в этот хаб. Да, я меньше всего, конечно, переживаю за холод, что я замерзну. У меня подруга одна есть, так она пишет, боже, зима, холодно, депрессия.
И мне это не волновало никогда. Меня волновал сам перелет. Я все время знаю, как летают, там снегопады, там задержка рейс. Только из-за этого, не дай Господи, здесь, ну, кто-то, может быть, еще с пересадками. А когда уже летишь, так ты уже летишь. Вот. А то, что холодно, зима, так это же мое. Я же сибирячка, я же родилась в Сибири. И жила на Камчатке. И потом опять мы вернулись в Сибирь. То есть из сибирской до 25 лет я была сибирячка, сибирячка. Потом уже, ну, Украина, а потом уже Израиль. Просто все у меня уже так. В Сибири просто это было очень давно, и оно уже все забылось, как но, это было. Но все равно, смотри, мне кажется, все мы родом из детства. Все, что но есть все в Сибири, привитое, да? Нет, но я, да, но я переквалифицирована уже. Да, правильно ты сказала. Переакклиматизирована где-то, когда там мерзну, но все равно меня это не страшит, мне не страшно, наоборот, боже, я снег не видела. Ну, где по-настоящему. Я снег не видела с Украины. 20 лет почти. Да. И поэтому я радуюсь этому воздуху, которого такого нет. Этому морозного, вот это, ну, сейчас опять нету снега, показываю на окно, тут где-то припорошит, где-то лежит, но мне уже как здрасте, это уже мое родное, нет, меня это не удивляет, меня это радует, они все, как, на холод, куда, в чем, в кроссовках хожу, страшно, от машины в гараже зашла, села в машину, с гаража выехали, куда надо доехали, перешла, что я, на горках катаюсь тут, на санках. Ну да, если бы сильный какой-то снегопад или мороз, я бы маму и не выпустила, даже если бы у нее была супер какая-то обувь зимняя, потому что опасно, можно, я боюсь идти подскользнуться, как-то да, упасть, да. А маму тем более. Нет, уже, я приехала не осматривать красоты, я приехала быть в семье с деточками, они растут, 2 года. Как вам, кстати, мои сережки? Это мамин подарок. Громко мне, мне нравится, я сижу и все время трогаю. Так, они потому что такие мягкие, приятные. Да, да, я думаю, так, всякой мелочи попривезу деткам. Все, что надо, здесь себе можно взять. Сейчас мы чуть... Да, погодим. Я хочу... Мы вот такое маленькое вступление просто рассказали, как тут наши дела и как мы поживаем. А вообще, в принципе, я хочу такую небольшую серию сделать. Ну, естественно, в честь рождественского декабря, потому что мы делаем эти видео. И плюс это возможность и для меня... как для семейного архива, но и для вас, потому что вы же тоже любопытные, все спрашиваете, вам интересна жизнь, естественно, не только моя и моей семьи, естественно, это все любопытно. А мама, я думаю, с удовольствием с нами поделится, и мы сделаем такие вот воспоминания небольшие, по частям, мы сделаем это по частям, по десятилетиям. Это будет самое сложное сегодня вспомнить, сегодня мы сделаем первые 10 лет жизни. А знаешь, что даже можно как назвать, посиделки под елкой? Посиделки. Хорошо. Это третий вариант. Посмотрим в конце, как мы становимся. Посиделки, да, да. Посиделки, посиделки, да. Возможно, семечки. Семечки возьмем. Надо, какой-то там чай с самоваром. Что-то такое. Это будет вообще по-сибирски. С блюдечкой. Никто не пьет. Все когда-то за границей, они не понимают, где-то какой-то фильм. Говорят, почему вы из блюдечка? Почему не из чашки? Это чисто сибирское такое блюдечко. Ну, да, с блюдечком. Мы тоже пили на Украине маленькое. Ты помнишь, да, наливали в чашку? Блюдечко холоднее. Да, оно остывает. Вот, да, сегодня вообще с блюдечком никто уже не сербает чаек. Это точно. Это. Вот. Вообще чаек мало пьют. Если вы пьете, кстати, из блюдечек, напишите нам в комментариях. Вот, сегодня мы сделаем первую часть. И, скорее всего, их будет, наверное, 6. 6,5, чуть больше. Не будем уточнять. Да что уточнять, ой, ради бога. Да, 6,5 частей. Ничего себе. 7 выпусков до Нового года, я вам обещаю. Сейчас ловите меня. Не обещаю, а что это я буду? Я не помню ничего по десятилетию. Что ты меня пугаешь? На первое десятилетие ты будешь напрягаться, потому что это прямой эфир, и я тебя... Ты без подготовки. Мама на самом деле не готовилась. Она не знала, что я решу у нее это спросить. Вот. Что вспомнится? Вообще первые 10 лет, они обычно самые такие фундаментальные в жизни каждого человека, но мало кто из них помнит, да, конечно. Помнит что-то, помнит какие-то отрывки. Поэтому сейчас то, что мама вспомнит, то она и расскажет нам про первые 10 лет своей жизни. Где родилась, как вот это все было, какие-то воспоминания с детства, про родителей, возможно, что-то ты можешь рассказать. Да кому это интересно, доча? Общем, я тебя это прошу, интересно. Это тебе давай, интересно. Давай. Это, вот скажите, что это интересно. Вот. Расскажи вот так, в общем. Чуть-чуть. Где ты родилась? Чуть-чуть. То, что ты помнишь. Да, я родилась в Барнауле, я знаю. Знаешь, что годовое. Знаю, что еще 3 лет не было, отец военный был, военврач, и нас перевели на Камчатку, Петропавловск на Камчатку. И вот там с трех до шести, я там жила 3 года, мы там жили. Почему я все...
и зять, и дочь моя смеются, что мы там ели, я там ела ложками красную икру. Да. У нас там было в банках стояло, и мы ели ложками. Ну что, ну это так. Это правда. И с тех пор я люблю только красную икру, черную не люблю. Люблю только красную и только столовыми, не чайными. Не чайными ложками, но это серьезно. А так столовыми. Серьезно, мы ели, вот это я помню. Но я даже в Орле и Решке показывали, когда они были на Камчатке. Да, у них там есть рынок, он пришел на рынок, и там у них рынок только красной икры. То есть на этом рынке ничего нет, то есть небольшой такой маркет, и там только продают красную икру. И вот, может, дают пробовать прям ложками вот это, попробуйте, как вам наша икра. И, в общем, ее очень много там сортов, и, в общем, она, я понимаю, достаточно доступная, потому что я помню, парень туда пришел, у которого было $100, потому что это была, ну, достаточно не такая высокая цена. Мне кажется, я тоже смотрела этот выпуск. Вот, да, то есть, а мама там выросла, и поэтому это правда, мы можем подтвердить, что на Камчатке. Едьте на Камчатку кушать дешевую икру. Да, да, да. И я, и мама делала, солила сама, поэтому у нас в банках она стояла. В трехлитровых или пятилитровых? В литровых и в трехлитровых, по-моему, врать не буду. То, что помню, то помню. Вот так, да. Да, да, выходили у нас типа бараки, там как военные, как типа бараки были, и у нас там так вот коридорчик, и там на два такие сенки. Не знаю, как назвать, потому что одноэтажная, и вот ну, и такая типа общая кладовка. Сюда квартира и сюда квартира. А посредине типа как кладовка, там с полками. Ну вот это такой мой. И вот там стояли банки. И вот так ложка. Ну еще и рыбий жир. Это то как здрасте. И помню, конечно, хорошо землетрясение. Вот запомнилось мне землетрясение, что я на улице, там цыплята. Ну все было, ну там так вот как в деревне. В военный городочек. Да. И такой огороженный прутьями. От цивилизации достаточно. Не, ну да, да. Ну потому что там, да. Если я в 6 лет на военных лыжах, на этих глиных, без палок каталась с горки. Очень, очень такое у меня активное это было. Вот такие раз маленькие зарисовки. Вспышки в памяти. Кому это интересно? Ну, помню, это что интересно. Сидела на горшке точно в таком квадратике. Вот, ну, вот кто моего возраста помнит, такими прутьями так огорожен такой, такой квадратик. И там цыплятки гуляли, и там я сидела. И землетрясение началось. Вот помню это. Люди выбегали из домов, потому что образовывались трещины, и дома могли уйти в эти трещины. Это я вот помню. Помню, на велосипеде каталась, все, больше ничего не помню. Вот такие вот яркие. И потом мы приехали опять в Барнаул, там жила. Мамины родители остались. Мы только я, без брата есть. У меня еще брат был. Я была только одна с родителями, брат был с бабушкой, с дедушкой. Брат Барнауле. Старший, на 6 лет? Старший, на 3. А, на 3 года. Почему я думала, что на 5 лет? Это папа со своим братом. Да, папа с Володей. Да. А мы на 3 года разница. И все, и мы приехали опять, и все. Я в Барнауле приехала и пошла уже в первый класс в Барнауле в 7 лет. Так что все, вот это что я помню, в Сибири, поэтому я все выросла. И там же я пошла в педучилище после окончания 8 классов. Вот, в начале музыкальная школа, аккордеон. Нет, ты уже погнала. Ну, это до 10 я еще на аккордеоне. Во сколько ты пошла? А, училище это уже 15. Ну, училище Извините. Это уже во второй десяток. Второе десятилетие. Вот, значит, что ты любила? Пельмени вы кушали? Откуда? А пельмени я делала на Камчатке, еще маме помогала. И маленькая вот уже. Вот как Габуська, вот 5 лет я вот так же где-то тоже лепила пельмешки. Вот и Габи уже лепит. Да, идет да, по да, стопам да. бабушки. Угу. Там я уже оттуда пельмени лепила. А почему ты лепила? Потому что почему вы ели пельмени? Потому что это Сибирь или потому что твоя мама работала в пельменной? Нет, нигде, просто я не знаю, как-то это было такое домашнее блюдо. Да, да, святое, как мы. А когда мы приехали уже в Барнаул. На Камчатке не помню, что мы, но в Барнауле ну, да, маленькая совсем мы однозначно знаем, там мы поняли, что ты икру ела. Все. Да, икру это да, а в Сибири мы точно морозили вот такими досками, садились все лепили вот такими досками, прям вот такими. Да, большие такие. Большие, выносили на балкон зимой, но моментально морозилось, у нас на балконе стоял огромный ящик. Ну да, это, наверное, минус 30, минус 40. Да, оно моментально замерзало, мы спрадывали мешки, у нас в этом ящике мешки с пельменями. Ящик на улице стоял? Ящик на балконе. То есть такой ящик зимой? Ящик такой хранили. Деревянный, да, без холодильника. Такой был, там все морозилось, там могло быть там мясо, вот, пельмени. Звери не приходили? Утки. Ну, мы на 4-м этаже жили. Так что вот такое воспоминание. Я тебя прошу, доча, ну это нам с тобой интересно. Это очень интересно. Скажите, что это интересно. Вот увидишь, сколько просмотров будет. Это интересно. Людям всегда интересно знать про жизнь других людей. Да, я оттуда, да, оттуда, там вот с того края сибирского, как говорится, да. И там потом уже, конечно, такая активная. Почему ты решила пойти в музыкальную школу? Музыкальную, потому что соседка играла на аккордеоне.
Да. Соседка моя. А мама такая попка повторюшка. И да, никто мне не это самое. Папа, отец у меня был врач. И мне, я думала всегда как-то, что я, наверное, пойду, буду врачом, буду что-то в белом халате, что-то делать, сочинять. Но это было, может быть, чуть-чуть попозже. И вдруг музыка. У нас, в принципе, никто музыку, никто. Дедушка в семье только, никого нет. Дедушка пил когда-то в церковном хоре. В церковном, mm-hmm. где-то при синагоге. Теперь я уже не знаю при чем. Теперь ты не знаешь, при синагоге или при церкви. При синагоге где-то, да. Он пил, поэтому только единственное, вот это была музыкальная наклонность. И я бы соседка играла на аккордеоне, мне так нравилось. Она такая красивая, села, что полный аккордеон. У меня вначале маленький. Ну, я пошла и сразу поступила в школу. Все, сама. Говорила, я хочу. Ну, пошли. А что нужно было сделать на вступительных экзаменах? Надо было на вступительных экзаменах простучать, не помню, простукивали. То есть, они, ты действительно, ты же идешь без какой-то подготовки. Нет, с тобой никто не занимался. Конечно, ну сколько я была в первом, во втором классе я пошла в музыкальную школу. То есть, сама, без родителей? Нет, я пошла с родителями, я сама пошла с родителями. То есть, ты сказала, мама, идем, я хочу. Я хочу, со мной не мама, со мной отец везде ходил. Папа, да, да, он со мной пошел, и я поступила, и ритмику сдавали, и песенку пела, я не помню. Типа что-то солнечного круга, что-то в этом духе, не помню какую, совсем не помню. И помню к очень хорошему преподавателю. Сколько людей принимало твой экзамен? Один человек? Нет. Там комиссия сидела? Это у вас в Канаде, тут все по одному, у нас везде комиссия. И, кстати, в дальнейшем, потом я работала в музыкальной школе заучем. На народном отделении. И мы, у нас были экзамены, все 5 человек минимум. Ну да, комиссия. И у меня с моим лицом, меня все детки боялись. Все боялись, конечно. Все, я не строю, я внутри-то, все, и на уроках у меня было. Но лицо у меня всегда... Ну первый, кто тебя не знает. Партийно-коммунистическая внешность. Угу. Да, мы все деловая. Да. Я еще боялись. Там, у мамы страшное. С волосами была, с прической, как мы все эти ходили в пиджаках, все это было. И, да, и я садилась. Да, но мы сейчас возвращаемся в твое детское поступление. Но там мне больше. Ну и все, и поступила, и меня взял очень хороший преподаватель. Инвалид он был, на костылях ходил в коротком, но безмерно талантливый. Михаил Филиппович. Забыла фамилию. Пеп. Типа Попелюхина, что-то такой какой-то. И Надька говорит, что... Она тоже помнит его, она тоже, Надя наша, моя невеста. В этой же школе. Невестка, да, она потом работала в этой уже школе. Ага. Так она говорит, что, вот, я говорю, конечно, помню, Михаил Филиппович, сколько лет прошел? Да. 50 плюс лет, и ты 55. Без подготовки сейчас рассказываешь. И да, абсолютно, ты мне прямо какой-то в день рождения подарок сделала, да, Михаил Филиппович. Михаил Филиппович, это был твой преподаватель. Да, учиться. А сколько раз в неделю ходили в школу? Вот это тебе, не потому помнишь. Что это помню, чего ж не помню, 2 раза в неделю обязательно специальность. О боже, какой мне уже тошнит только от этих названий. Да, по 45 минут. Раз в неделю сольфеджио. Ой, ужас, не сольфеджио, ненавидела. Сольфеджио, диктанты. Я, кстати, не любила тоже вот это сольфеджио, петь и писать диктанты. Один раз хор и один раз, почти 5 раз так в неделю. Это каждый день ты почти, далась. Да. И фортепиано общее. Ну, конечно, после общая. Таких школ уже выходишь специалистом. Да, пианисты учились 7 лет, а я на аккордеоне, это считаю, народное 5 лет. Угу. Все, и закончила музыкальную школу. Дальше теперь все, больше нечего вспоминать. Это нечего, сколько лет музыкальной школы? 7? 5. Я сейчас только сказала, пианисты 7, а народники 5 учатся. Да, то есть ты закончила уже во втором десятке? Ну да. Сколько лет, если во втором классе, это где-то 8 лет тебе было, да? Плюс, да, я поздно пошла, даже почти в 9, угу. Можно сказать, я же декабрьская. Декабрьская, конец года. Вот, так что, вот прибавь, 2. Да. 2 плюс 5. То есть так уже 8. В детстве ты себе заложила, да, свою я прибежала, карьеру. Да, так потому потом. Потому что так ты потом по этой линии и пошла. Так я вот действительно избрала. А у тебя были какие-то другие желания заняться чем-то другим? Ну потом. Плаванием. Я имею в виду вот на этом этапе. То есть пойти, ну вот что-то другое. То есть музыка, это было окей. Но ты, может быть, хотела. Я хотела, в кукольный театр ходила. В кукольный театр? И лягушка играла квакушку. Здрасте. И лягушка, квакушка. Ты что, не знала? Здрасте. У нас же был дом пионеров. Вот ты это, еще вот и туда ходила? Дочь, вот это я тебе скажу. Вот это я лазила сама везде. Я ходила в хор городской. Клуб Меланжевый. Если кто барнаульцы смотрит. Я ходила, там был хор туда. Сама. Вот это я уже сама ходила. Ну, чуть-чуть постарше.
Я везде все, что с этим. Я активно. Слушай, сейчас вспоминаю, как у меня активная какой был. Подожди, то есть у тебя. В кукольном театре. Мы сами куклы делали. То есть ты ходила в драм-кружок. Смотри, что это было? Именно это был кукольный. Это было именно кукольно. Мы сами лепили вот это пьемаше, вот эти клеили газеты. То есть вы прям куклами играли. Да, вот это было, да. И я была лягушка-квакушка. Ты ж помнишь. И это был твой герой, ты его лепила сама. Я не помню уже, кто лепил, но то, что я была, это да, что мы говорим, кто-кто в теремочке живет. Инка, ты зачем с меня вытаскиваешь такие эти? Кошмар. То есть, да, ты ходила, значит, в этот кружок, а куда еще? Ну, вот это и хор, и достаточно. Танцы. И пять раз в неделю музыка, я думаю, достаточно. Не, ну я имею в виду, может быть, как-то менялись какие-то периоды жизни, может, на каком-то этапе. Ну, периоды жизни уже потом, на втором десятке ты хочешь. Нет, я имею в виду еще все там в школе музыкальной. То есть ты вот на протяжении всех лет не менялись эти 5 дней в неделю. Нет, эти предметы, да. Теория музыки, сольфеджио, это было все одно и то же. Что ты любила больше всего музыкальных предметов? Я не любила ужасно сольфеджио и теорию музыки. Я не любила это. Потому что не понимала или потому что был плохой учитель? Я думаю, что там все такие, как я, были. Вот как ты говоришь, когда ты на скрипку ходила, что мама не понимала, что... Я не понимала, почему ты не понимаешь. Я понимала, я все понимала. И какая-то вот в этом плане была понятлива, но как-то... Терпения быстро не хватало, как-то мне не хватало. Хотелось. Смотри, некому было меня... Я все делала сама, как все девочки. Никому как-то вот это... Мама, они как-то не интересовались. Сделала, попела. Я приходила неподготовленная абсолютно. Ну, тогда были другие времена. Да, я была неподготовленная. Только что играла на аккордеоне, это я готовилась. Мне очень нравилось. А кто купил тебе аккордеон? Ну, кто? Родители. А уже пианино мне дедушка купил. Аккордеон вы пошли в магазин, вот прям покупали? Да, да. Как-то срок, гонки какие-то. Смотри. Вот это я тебе сказать честно не помню, но помню, что уже, если кто-то знает, что вначале учится на маленьком, 3/4 аккордеончика, потом, когда старше, называется полный аккордеон. Тут мне по блату, «Красный партизан» был самая лучшая марка, ленинградская, по-моему, врать не буду. А вот этот маленький, не помню, мне кажется, в магазине, что музыкальные инструменты, что так все стояли. Мы покупали новые потом. Бельдмейстер у меня был немецкий. А потом перепродавали, кто-то брал. Не помню, честно, врать не буду. Угу. Не помню, как, кто, почему. Ты все время в одной школе, в обычной? Да, одна, вторая. В одной школе ты училась, я имею в виду, да, в одной до восьмого класса. Да, вот да, в своей школе, вот, которая обычно общеобразовательная. Да, была, да. Одна школа. 45-я школа. Барнаул. Целый Барнаул. Если кто-то смотрит или знает. 45-я школа. Отпишитесь. Да, вот, за строителем. Я вот сейчас как будто бы там говорю и мысленно прохожу там. Но мы можем ее потом в Гугле найти и вставить здесь это место. Можно погулять сейчас по улице. Да, да, да. Вот, так что да. Так что это такое, это в принципе то, что ты помнишь со своего первого десятка. Зачем ты меня вот так сейчас не... А какие любимые были блюда в детстве? Были какие-то? Или пельмени? То есть на завтра мы одеты, на ужин пельмени. Вот понимаешь, пельмени не любила ни бабушкино, что она делала жаркое, это пшеничную кашу с жаркоем. И гречку не любила с жаркоем, все время с жаркоем, все любила. С жаркоем? Да, да, все это жаркое, у нас все это жаркое. Назвала драники любила. Ага. Дедушка, который делал синие. Почему они синие? Потому что он туда, по-моему, соду добавлял, они синели. Синие. Он так вставал и тер целый таз. А что, у нас семья 6 человек? Большая семья. Большая, 6 человек, надо было кормить. И очень любила картошку и селедку. У нас по воскресеньям была картошка в мундирах с селедкой. Обязательно по воскресеньям мы садились чистить. Так, мне начинает селедка. Надо прекращать уже. Так ты же спросила про блюда. Я тебе про блюда я могу говорить без остановки. А было что-то ты любила? Сладкое я в детстве. Я очень любила вафли. Очень любила. Потом, когда в момент я их нажралась. Любые. Любые. Просто вафли. У нас какие у нас были вафли? Просто они продавались у нас такие квадратные. Это сейчас во всех одни вафли. И я один момент наелась, и я теперь всю жизнь их так могу только одну поесть. Все. Вафли. Мандарины были дефицит, конечно. На Новый год только говорю, слюна потекла. Оно мне надо. Оно мне надо. Оно мне надо. Вафли, а что еще? И халва. Дедушка все время покупал, ходил финики. На удивление, были финики. Оттуда с детства я знала финики. Финики. А какие они были, какие-то? Они были такие. Я не понимаю. Я вот теперь не понимаю. Вот теперь я живя в Израиле, я думаю, все везут финики. Это же из теплых стран обычно. Да. У нас все время продавались. Дедушка ходил всегда в магазин. И у нас он был за продуктами всегда ходил. И приносил всегда финики. Оттуда я знала эти финики. С детских лет я знала финики. Кто-то интересно. Да. Вот финики мне нравились. Наверное, когда кто-то там привозили.
Ну и на! С китайской стороны, может быть, в Китае. Может быть, там китайские финики. Не смеши, я не могу в полный рот смеяться. Так, значит, мы выяснили с блюдами, со сладкими, с общими. Мы выяснили про твою музыкальную школу. А про друзей что-то. Только сейчас хотела сказать, а что ж ты мне про друзей? А про друзей у меня, ой, я очень, как сказать, я даже не знаю, как это выразить, как называть. У меня была, конечно, со школьной скамьи только подруга появилась. И она у меня была одна такая, очень, я очень ревнивая по жизни. Я не знаю, это какая-то черта характера. Собственница. Собственница. Я считала, что... Да, она что, только с тобой должна дружить. И немножко часто она меня обижала. Она потом постарше еще одна появилась, тоже с класса. И все. Остальные у нас сейчас нет. Мы так двором, двор огромный, два больших дома. Так соединены, как коробки у нас в самом... В самой точке центра города мы жили, город в Лакомке. Это кто, может, меня смотрит. Вот, мы там жили, там очень... Поэтому все дворовые играли во дворе, все вместе, все не было таких. Очень было, как Тимур, его команда, мы всегда ходили, помогали. Мы деток маленьких, помню, в подвале там у нас жила дворничиха. С малых лет я ходила, мыла деток, мы купали их, вытирали. Да, прям отряд, Тимур его отряд. Просто, да, в подвал, да, как-то прям нам хотел, в ЖЭКе устраивали концерты. Такое было время, очень все были такие. Не, другое, да, это... Другое было. Больше было такого волонтерского духа. Да, еще потом 60-е годы. Безвозмездно сделать доброе дело. Да. Это хорошее на самом деле. Конечно. Сегодня тоже есть такие люди, но просто их все меньше становится. Не, наоборот, мне кажется, все больше, наоборот, приходит. Но сейчас возвращается. Сейчас возвращается. Такая волна возвращается, да. Что люди понимают, что нужно делать добро, помогать ближнему. Там организовываются команды людей, которые вот помогают. Потому что у нас это со школьной скамьи было. В школе это как вот, как сейчас здесь не делают, как мы собирали металлолом, да. Так как собирали макулатуру. Да, вот эти газеты. Так, то есть это все от школы. Так и нам говорили, наша звездочка там должна прийти помочь. А это мы просто тупо сами ходили, просто собирались, нам нравилось ходить туда, в этот подвал. Они там просто жили в подвале, там были жилые такие комнаты. И у нее было трое детей, и мы приходили, купали в баночке, все так запах, так воняло. Ну, но это все послевоенное время счастливы. Все равно. Ну не то, что после войны, уж прям не после войны. Ну прям не сразу после войны, мам, но война это же не дело одного дня восстановления, это идет десятки лет, и это первый десяток после войны. Правильно? Война в 45-м закончилась, я родилась в 51-м. Окей, хорошо. Первые 15 лет после войны. Все равно, но же не за год все восстановилось. Все равно это же очень длинное. Это большой, как бы, большой, война это большой удар по всему. По всем отраслям жизни. Нет, это однозначно, поэтому, конечно. Поэтому, это восстанавливается, тем более себе, в люди Сибири. Держатся вместе обычно. Тем более в Сибири. Так, да. Так что? Сибиряки. Так что ты нас вспоминала. Да, так что это вот это все, что ты что-то помнишь про первые свои 10. Грусть такую. Грусть. Ну ничего, зато сегодня, я чтобы грусть твою разбить, мы идем отмечать мамин день рождения в ресторан-буфет. Называется Dragonfly, наверное. Или Dragonfly, или Dragon Legend. Legend. Легенда дракона. Ой, очень ой. Хороший. Мы что сможем снять, если мы не будем... Вспомним, что нам нужно снимать, не есть. Мы, конечно, вам это вот... Что-то там, пару каких-то кадриков сделаем. Вот, так что... Так что вот так будем вот. Отмечать мамин день рождения. Я рада. Очень. Да. Кто-то как год прибавился, а я радуюсь все равно. Правильно. Ну и что? Ну и что? Хорошо. Да. Зато да. Сколько не осталось? Лет 35-40. Не меньше. Все мои. Да. Так что, ребята, спасибо, что были с нами. Ставьте лайки. Кому меньше понравилось, можете ставить дизлайки. Да. Самое главное, пишите ваши комментарии. Да, можете мы сказать, нам это неинтересно и не надо дальше продолжать. Но мы это выслушаем. Да. Да, мы возьмем к сведению. Вот, так что пишите ваши комментарии и до следующих посиделок. Ой, до свидания. Посиделки тебе понравилось. До следующих посиделок. Да, всего хорошего. Пока. Бай-бай. Молодец, это тебе напела свою импровизацию Happy Birthday. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, dear Валя.
дружба. И считать это долго. Мам, выйди. О, обнимает тебя. Все? Я видео делала. Это видео.